Всем привет! Фазмофобия, соло, кошмар, карта Edgefield Street House. И задачи, тип призрака, понятно. Стать свидетелем паранормального явления. Остановить призрака при помощи распятия. И обнаружить призрака при помощи датчика движения. Зовут Элизабет Джонсон. Ну и на этом, в принципе, все. Видим, там снежок идет. Значит, дом будет долго прогреваться. Берем ключи, берем фонарь. Берем МБшку и фотик. Понеслась. Опачки. Сразу так фонарик. Ключи берем. Ни карт, ни зеркала, ни шкатулки. Окей. Значит, либо доска, либо круг, либо генератор здесь. Отлично. Раз, давайте глянем, круг в подвале есть. И заодно проверим тут шкафчики. Это дверь открылась, мне кажется. А у нас круг. Кость. Тут есть сразу же, вдруг. Нет, нету. Опа. Опачки, я слышала, что-то упало. Я не слышала, где, скорее всего, где-то вот здесь. Нет. Может быть, в гостиной. Картина. Два. Угу. И здесь, да? Хорошо. Проверим тут оставшиеся места на предмет кости. Кости нет. Ладно. Давайте замерим температуру, точно ли он в гостиной. Возьмем радио и камеру. Да. Да, на улицу холодно. А, нет, уже тепло. 3,3. 8. 5,8. 5,4. В принципе, прохладно. Может, в коридоре? Нет, не в коридоре. Нет, ты в коридоре, что ли? А кухня? 10. Не, не кухня, точно, коридор. А, похоже, это коридор. Да, это определенно коридор. Выключил мне все, да? Фонарик возьмем. Ну что ж ты так сразу же? За генератор тут. Не надо так, пожалуйста. Так, фонарик. Уже мешает немножечко свет. Но арбы не вижу. Вроде как. И тут нету вроде. И тут нету вроде. Ладно, поставим камеру. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь? Ты молодой? Угу. Подожди-ка. Сразу же фонарик. И подобрать надо МП-шку. Да ну... Ага, ясно. Я уже профукала МП, да? А какую дверь ты открыл тогда? А ну... Не эту. Эту открыл. Угу. Ясненько.
Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо так. Ты что? Так. Есть, 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 есть отпечаточек. И мы сделали паранормальное явление. Шикарно. То есть ты ходишь все-таки у меня в коридоре, но лапаешь двери еще и на кухне. Ладно. Не похоже. А может быть, ты ушел на кухню? Еще возьмем вот так и вот так. Представим. Термометром замерим. 0,2. Но не минусовая, нет, ты еще тут. А, свет. Интересно. А не рановато ли? Так, у нас может быть абак. У нас может быть абак. Так. Раз, два. На 50. Ага, интересно. Давайте мы возьмем палочку и сейчас пробежимся по всем дверям, какие она трогала. Ну, вдруг абака. Чё, тут что-то роняет? Обычный. Обычный. Все обычное. Так, а внизу? Очень интересно. Ты демон? А, что у нас есть на демона? Что-то как-то прям... У меня сколько было рассудка, то что он сейчас напал? Записи минусовая, минусовой вроде нету. Надо блокнот еще один поставить и посмотреть тот прошлый. Кстати, она, похоже, на втором этаже у меня заспаунилась. Что ж делать-то?
киданем. Так, киданем. Так, где термометр? Давайте сразу поставим, чтобы... Поставим, говорю, а не бросим. Нет, он до сих пор здесь. И ты близнецы? Подождите-ка. У меня могут быть близнецы? Нет. Нет. Но у меня может быть мимик, который копирует близнецов. Мать, ты что там заспавнилась? Почему на втором этаже? Ага. Ты демон. Полтергейст, демон, Мюллинг. Ну, я думаю, тут выбор очевиден. Потому что прям очень высокий у меня был рассудок. Датчик движения. Одного, я думаю, хватит. Даже может во время охоты, я думаю, сработать. Вот сюда. Так, да не бросайся ты. Надо... Надо бы кость по-хорошему найти. Блин, это демон. Ладно, давайте с фонариком походим. Поищем кость. А потом вернемся за фотоаппаратом, я хотела сказать. За фотоаппаратом. Ну, как раз, может быть, у нас распятие сработает. А может, и датчик сработает. А может, оба сработают. Хотя это демон. Тут хрен его поймешь вообще. Как он себя поведет. Блин, не люблю из этого демонов. Надеюсь, он не заспаунится наверху. Двери открывает. Чё, по шкафу? Угу. Ну и не надо. Ну и не больно-то и хотелось. О, кость. Отлично. Ну ты. Знаете, тут еще шкафчики проверим на всякий. По-моему, нету. Шкаф. А, вот тут шкаф. Знаете, тут постоим. Телефон вибрирует шикарно. Распятие не работает. Датчик движения пока тоже не работает. Но если... Если, в принципе, кругом... Кругом воспользоваться... О, датчик движения сработал. А распятие сработает? Можно вот прямо сейчас вот? Было бы прекрасно. Если только просадиться кругом. В принципе. И тогда уже убежать, потом зайти побродить по дому. Может, распятие тогда сработает? Не люблю я эти распятия. Прям от слова совсем.
Я вроде шкаф тут не открывала. Может, раз пять я переложить? Хотя вроде тут до сих пор ходят. Вот, да, тут ходят. Ладно, давайте попробуем просадить рассудок. Блин, ну хоть это демон же, ну демон же. Тебе должно быть пофиг на мой рассудок. Ты должен на меня напасть в любом, блин, в любом рассудке. Так, а фотик у меня наверху. Вот так сделаю. Вот фонариков у меня. Можно зафотать блокнотец. Двух написал? Ты двух. А, молодец. Сейчас можно снять. Угу. Это было на втором. А, давайте распятие делать, пробовать. Ну, высаживать рассудок. Фоткать, не фоткать его. Наверное, попробуем сфотать все же. Прячусь, если что, он туда. Свет. О, спасибо. Ик. 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 Ясно. Мне, пожалуйста, свет здесь снова включить. Спасибо. Не сработало. Не работает распятие. А, давайте сфотаем призрак. Отлично. О, здравствуйте. А, ясно, сфоткала я, да. Угу. Он, походу, уже переместился. Ой, ладно, давайте не будем это распятие делать. Классно, сфоткала, да? В общем, объясняю, что у меня получилось. Получилось так, что я, когда зажгла последнюю свечку, у меня стригерилась, да, одновременно охота еще, ну, просто чисто. Призрак решил на меня поохотиться. Ну, это Лиза. И, соответственно, она уже ходила, бродила, начала по дому, а ее бах, круг притянул, и она в итоге у меня не притянулась, круг, и поэтому фотки не получилось.
Люблю баги. Ладно, это демон по-любому. Поехали. Пуск на это распятие, на это сколько там, $30. Они не стоят того. Ну да, это демон. Было прям понятно. Так, приведено при свете 10 минут, в темноте 9 минут. В комнате призрака 3 минуты. Внутри здания всего 11 минут. Катка заняла 19,5 минут. Одно паранормальное явление. Спасибо за него. Хотя бы выполнила мне задание. 4 охоты и 45 взаимодействий с призраком. Вот такая каточка, вот такой вот демон. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и в принципе все. Приходите еще, буду ждать. И всем пока-пока.